Всем здравствуйте! Вы на канале Солнечный дворик, и с вами я, Елена Бородина. Смотрите, как напугалась птичка. Лежали, спали, поклевывали. И вдруг напугались от моего голоса. Ну, хотя к моему голосу они привыкли. Ну что, я вам показываю своего бройлера. Давайте красную лампу я выключу, пока все равно у нас здесь тепло, чтобы вы лучше видели самого бройлера. Ну вот, при естественном свете они выглядят вот так. Вы посмотрите, сколько они пространства заняли. Уже буквально день-два, и негде курочке будет клюнуть. То есть сегодня мы уже готовим второй бройлер, обрабатываем, подключаем там поилку. Мы его тоже отремонтировали, как и этот. И ставим второй бройлер. И буду я их половинить. Этому бройлеру у меня уже 7 дней. Вчера я не стала снимать вам, взвешивать, показывать. Решила сегодня показать, что они у меня пьют. Пьют они у меня витаминку Витам. Пропьют дня 3-4. Посмотрю я, конечно, на их помет. Если помет будет становиться жидковатым, я буду день Витам, день пробиотик. Пробиотик у меня Байкал М2 для птицы. А, кстати, у меня в комментариях начали говорить, когда я рассказала в прошлом видео, что если пропаиваю антибиотиком, то потом сразу даю пробиотик. Мне пишут, что надо сначала давать витамин. Друзья, давайте не будем спорить. Конечно, вы можете высказывать свое мнение, но я показываю бройлера не с научной точки зрения, а так, как я выращиваю. И что даю, я рассказываю. Если вы даете после антибиотиков витаминки, пожалуйста, давайте. Но я после антибиотика, когда раньше поила антибиотиком, давала только пробиотик. Вот давайте посмотрим, вы когда пьете сами антибиотик? Вы что потом пьете, витаминки? Нет, вы пьете пробиотик. Для чего? Для того, чтобы восстановить свой желудочно-кишечный тракт, чтобы заселить его хорошими бактериями. Правильно? Правильно. Так почему после антибиотика птичка должна пить витаминку? Мы сначала ее восстанавливаем, а потом укрепляем. Это лично мое мнение. Кто против, пишите в комментариях. Но у меня она не пила антибиотик, поэтому сейчас пьет витаминку. Но пробиотик я не отметаю. Мне нужен пробиотик для того, чтобы моя птичка была здоровенькая и крупная. А крупная птичка – это хорошее переваривание комбикорма. И чтобы он хорошо переваривался, чтобы весь уходил в мясо, как я говорю. Ну, это я образно, конечно. Птичке нужен пробиотик. Это вот такое мое мнение. Когда у меня птичка отдыхает и нет никаких пропоек, она у меня пьет пробиотик. Он не вредный. Поэтому свободное от пропоек время у меня всегда она на Байкале. Байкал М2. Это живая бактерия. Ничего плохого она нашему бройлеру не принесет. Ну вот на этом я немножечко, конечно, остановилась. Есть у меня другие комментарии. Мне там пишут, что моя птица в 5 дней 150-190, а у них 10 дней 110 грамм весит. Ну, я не знаю. Я не знаю, как это получается. У меня всегда хорошая птичка. Я уже за 9 лет содержания уже привыкла, уже все это делаю на автоматизме. Уже температурный режим знаю от и до, в каком возрасте, какой температурный режим, какое освещение. Кстати, я в предыдущем видео не остановилась как раз на температурном режиме и на освещении. До 5-го дня, или я рассказывала, я уже не помню. В общем, как я высаживаю из инкубатора птичку брудер, у меня температура 33-35 до 3-х суток. С третьих суток я включаю температуру 30-33. Ну, давайте, если хотите, я сейчас вам продиктую всю температуру, при которой я выращиваю бройлера. Итак, с 1 по 3 дня, кому надо, записывайте. 35-33. С 3 по 5 33-31.
5 по 7 у меня 32-30. С 8 по 12 29-27. И с 12 у меня температура 28-26. И до 30 дня я держу именно температуру 28-26. Кто-то скажет, я перегреваю бройлера. Нет, я не перегреваю. Если думаете, перегреваю, ставьте другую температуру. Но именно с таким температурным режимом я выращиваю свой бройлер до месяца. И уже только после 30 дней, это могу и 20, 18, прям желательно 18 после 30 дней. И все у нее будет хорошо, она будет хорошо кушать и хорошо расти. Вот остановилась я на температурном режиме. Теперь освещение. Первые сутки, когда у меня выводится бройлер, у меня красная лампа. Я не включаю никакого белого света, и у меня они выводятся и пересаживаются в брудер при красном свете. Еще сутки я даю, можно сказать, отдохнуть ей при красном свете. И потом, вот вы посмотрите, сейчас красная лампа будет клевать, точно петух. И потом я включаю белую лампу, энергосберегающую, чтобы у них было светло. То есть со вторых суток у них уже постоянно светло. Потому что красные лампы и выключаются, и включаются. Бывает темнота, да и не так они видят при только одном красном свете. Ну, а потом, вот видите, на вторую лампочку, вот здесь вот я уже включила не энергосберегающую, а такую, которая обогревает белую лампу. Там у меня сотка. И она уже светит. Одна белая, одна красная, но периодически и белая. Когда нагревается, она тоже от датчика. Когда температура вокруг нагревает, она тоже отключается. Поэтому у меня всегда энергосберегающая лампа есть. Вот она у меня наверху. Вот видите? Сейчас она у меня потушена, потому что из окна солнышко светит, а не рядом с окошком. Экономию электричества. Вот и все про свет, про температуру я вам рассказала. Такое у меня содержание. То есть витаминки она у меня потребляет витам. Вот сейчас, наверное, 2 дня я ее подержу на витаминах, потом поставлю им пробиотик день-ночь. И, скорее всего, с 10 дня у меня так получится. Буду их пропавить кальцием, боруглюконатом с витамином D. Потому что растут они хорошо, быстренько вес набирают. Ну, а ножки у нас не успевают. Нам надо подкрепить ножки. Так, внешне вы увидели, как они выглядят. Давайте посмотрим, сколько же они весят. Сейчас я вам скажу норму в 7 дней. Так, норма 7 дней у них 185 граммов. Но если у нас с вами было взвешено в 5 дней, и они весили столько в 5 дней, конечно, они сейчас будут опережать. По крайней мере, я так думаю. Видите, они затихли. Ну, сейчас будут пищать. Ну, берем поменьше. Я взяла бройлера. Ой. Так, включила нули. Вот, этот поменьше. Нет, не поменьше. 242 грамма. Пойдем, хорошо. Еще одного взяла. Грязные они что-то у меня прям в этот раз. О, 260 грамм. Сетку я им потерла влажной тряпочкой, они все измазались об нее. Вот, 222 грамма. Пошли. Что, у тебя хорошо стоишь? Хорошо. Отлично, отличный вес. Ой, давайте вот этого. Какой-то он грязный, обкаканный. Интересно, сколько он весит, он красиво выглядит. 276, представляете? Слушайте, давайте того помеченного, который ест как не в себя, взвесим. Так, ну пока я его ищу, давайте еще кого-нибудь взвесим. 242 грамма. Так, и вот наш помеченный, голова у которого помечена, и он весит
298 грамм. Вы представляете? 7 дней почти 300 грамм. Какой большой он. Все-таки я нашла маленького. В каждой партии есть маленький. И вот он. И он весит 228 грамм. Тоже больше нормы. Намного. Ну вот такой бройлер у меня. Видите, я уже вынесла и открыла кормушечки. Вчера подключила им ниппельную поилку. Вот она у меня какая. И теперь они пьют из ниппельной поилочки у меня. Потому что витаминчик удобно наливать туда. Лазикорм и лазиваль — это маслянистая жидкость. Я никогда маслянистую жидкость не наливаю в поилки. А вот так вот очень удобно. Уже с витаминчиком они просто пьют, и все. Ну, в принципе, и все, что я хотела вам сегодня показать. Продолжаем выращивать крупного бройлера. Здорового крупного бройлера. Если есть вопросы, задавайте. По возможности буду отвечать. Если вы хотите видео смотреть раньше, чем оно выходит на YouTube, то подписывайтесь в Дзен на мой канал. Канал называется «Солнечный дворик Елена Бородина». Там я видео выставляю намного раньше. И еще у меня в Телеграм есть группа, где мы вместе выращиваем птичку. Если вы новичок и вам нужна помощь, присоединяйтесь к нашей группе. У нас девочки там администраторы. Уже не первый год выращивают птичку. Все молодцы, все вам помогут, и я тоже помогу. Можно задавать вопросы там, но только в группе. В группе у нас есть определенные правила. Моя группа в Телеграм раскручивает мой канал Дзен. Если вы туда попадете, я объясню условия. Если вы будете согласны, то оставайтесь. Ссылочку я на группу и на канал. Есть еще у меня канал, в котором нет этого общения. Я вам оставлю в описании. Ну вот и все. Вы были на канале «Солнечный дворик». И с вами была я, Елена Бородина. Всего вам доброго. Всего вам хорошего. Удачи вам в выращивании своей птички. Пока-пока.